Снимай. Да ты что, да? Видишь, как больно будет. Больно. Это кто так бьет кровь? Комар. Комар? Да. Если у тебя копчик, ты должен не спи комара вызывать. Да? А кого надо вызывать? Если у кого-то кровь, то надо было... Надо маму звать. Мама, у меня кровь течет. Надо заклеить. Пройдет. А муха как полосатая кусает. Наверное. А? Кто-то идет. Вот кто-то. Не знаю. Как муха-то полосатая кусает? Ну, таких мушек очень много. Если у кого-то много крови, тогда мухи много прилетают и пьют всех. Если у кого-то, если муха никак не выпьет, тогда в больницу везут. Если никак укола делать, тогда замазывают, прыскают и потом так ходят, вот так, вот потом. Папа, когда мы шли к бабушке в больницу с тобой вчера. Вчера? Мы разве с тобой ходили вчера в больницу? Да, бабушка мне дала. А потом вот так кто-то лежал. Да? А, это ты когда давно к бабушке ездила в больницу, так кто-то лежал, да? Это какой-то дядя, а ты не услышал. А почему он так лежал, ты не помнишь? Потому что у него все болело. Да? Да и глаза не закрыли. И он вообще там ничего не видит. Ему даже уколы будут делать. Да ты что, а ты боишься уколов? Да. А в ручку же тебя, помнишь, кровь брали? Ты же не плакала или плакала? Да. Посмотри, какие белые. Ой, это бяки, Настя. Выкини их. Фу! Отстаньте, какашки. Вы цветочки! Красотка. Моя. Тик-так, маленькие новочки. Щекотно. А не щекотно? Щекотно. Не щекотно? Щекота? О, солнышко опять вылезло. Опять будет загорать? Не буду уже больше загорать. Почему? Так все уже. Уже очень поздно, уже не. А, нет, уже еще загар пристает. А тебе нравится загорать? Да. А купаться? Да. Да. Ты сегодня купалась? Как